Один был парень молодой. Его там родственник уже такой пожилой, он его все время подкалывал. И все время, когда была свадьба, он подходил все время и говорил: ну что, ты следующий. Знаете, есть люди, которые нас веселят, а есть те, которые раздражают. И он его так раздражал. Каждый раз он подходил и говорил: ну что, ты следующий. И однажды они были на похоронах. И этот мальчик подошел к нему и говорит: ну что, ты следующий. И он больше его не подкалывал. Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Второзаконие, первую главу. В последнее время я готовлюсь к проповедям и понимаю, что иногда это можно было не готовиться, потому что в последний день бывает какое-то слово особенно ложится в мое сердце. И то, о чем я хочу сегодня проповедовать, это, но, может быть, не будет кому-то ласкать сильно уши. Но я хочу проповедовать на тему «Осторожно, двери закрываются». Слышали такое выражение? Или «потерянная земля». Вы знаете, в книге Второзакония, первой главе, Бог рассказывает о том, как народ, они пришли к земле, ради которой Бог их вывел, о которой Бог им постоянно говорил. О земле, на которой был особый климат для того, чтобы они там жили и чтобы они там состоялись, чтобы они там имели, каждый, чтобы имел там свой удел. И для них это было, есть такое выражение, обетованная земля. То, что Бог обещал. И они жили этим. И когда они пришли к этой земле, то они испугались. Потому что соглядатаи, которые пошли, они пришли, и они сказали: нет, мы не сможем. Они начали говорить о проблемах. И эти люди, они упали духом. И хотя им говорили пророки, хотя им говорил Бог, 29 и 30 стих, я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, перед глазами вашими. Аминь. Но они не поверили Богу. 32 стих, он говорит: но вы при этом вы не верили Господу. И тогда Бог, Он сказал такие слова, что тогда в эту землю войдут люди, у которых был дух веры. Люди, которые поверили Богу. Иисус Навин и Халев. И также Бог сказал: ваши дети, они войдут туда.
39 стих. «Дети ваши, о которых вы говорите, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам я ее, и они овладеют ее». И потом они сказали такие слова, что ну ладно, хорошо, тогда мы пойдем и овладеем этой землей. И Бог сказал им, что можете не ходить уже. Он сказал, двери закрылись для вас. Знаете, в книге Откровения, в 3 главе, седьмой, восьмой стих, там написано, что Иисус, Он имеет ключи, ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. И Он говорит, я знаю дела твои, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Знаете, если Бог открывает двери, то ее никто не может закрыть. Аминь. Если Бог закрывает дверь, то ее никто не может открыть. В Библии написано, что эти люди, они не вошли за неверие в обетованную землю. Они пренебрегли этой землей. А потом они сказали, хорошо, ладно. Знаете, есть люди, которые они знают, что Бог призывает их служить. И они говорят, я сначала решу свои дела, я сначала стану самостоятельным, я сначала стану самодостаточным, а потом я буду служить Богу. Как вы думаете, Бог будет ждать всю жизнь и держать открытыми двери для тебя? Нет, Бог говорит, в эти двери войдут другие. В эти двери войдут люди с духом веры. В эти двери, говорит, войдут ваши дети. Аминь. Иисус, Он имеет ключи, и Он открывает, и Он закрывает. Сегодня, знаете, когда я покаялся, то очень много людей, когда открылся железный занавес, когда Советский Союз рухнул, то Дух Святой посылал очень много миссионеров для того, чтобы они несли Евангелие. Потому что каждый день только в этом городе сотни и тысячи людей иногда, наверное, они идут в ад. И то, что двигало этими людьми, это то, что они были послушны Богу. И они шли туда, куда Бог хотел, чтобы они шли. Для них было очень-очень-очень важно это. Они этого желали. Они приезжали в страны третьего мира. Они жили в таких домах. Знаете, в Першетравенске иногда люди просили себе знамения у Бога. И они говорили, Бог, если это от Тебя, пусть утром пойдет вода. Вы не понимаете, да, о чем речь? Когда вода может не идти неделю,
когда вода идет по 2 часа в день. Один парень пришел и сказал, говорит, у меня жена точно от Бога. Потому что, говорит, я молился и сказал, Бог, если Валя от тебя, то, говорит, пусть завтра утром вода с крана пойдет. Першотраинский. Мы не можем этого понять. И он говорит, представляешь, я встаю утром, открываю кран, и идет вода, она точно от Бога. Людям непонятно, когда их приводят в квартиру, там все нормально, и им говорят, вот если что, здесь набрана ванна воды. Он говорит, зачем? Зачем? Скоро узнаешь. Захочешь в туалет, узнаешь. Захочешь голову помыть, узнаешь. Чаю захочешь, узнаешь. Только если вода заканчивается, ты ж, если вдруг вода пойдет, ты обязательно ванну набери. Но их не это двигало. Их двигала обетованная земля. Божье присутствие. Знаете, когда-то мы были в Южной Корее, и мы сидели в отеле, в фойе, и увидели человека, которого зовут Марио Вега, и у него церковь в Сальвадоре. И он шел, и через переводчика ему сказали, вы можете к нам подойти, расскажите нам что-нибудь. Он сел такой скромный, сидит. У него церковь, в его церкви 5 или 7 тысяч домашних групп. 150 тысяч человек в церкви. Ему говорят, как вообще, как такое может быть? Что вы делали? Знаете, что он сказал? Он сказал, говорит, ну, у нас есть утренняя молитва. И что? Говорит, ну, мы молимся. Так это понятно, все молят. Знаете, слава Богу, что у нас есть утренняя молитва. Аминь. Потому что люди, когда они попадают в нашу церковь, они говорят, я чувствую Божье присутствие. И ты его чувствовать можешь только тогда, когда ты его долго не чувствовал. Мы иногда так привыкаем к свидетельствам, к чудесам каким-то. Ага, как будто каждый день рак у кого-то там проходит. Как будто каждый день люди освобождаются от зависимости. И я помню, что все иностранцы, которые приезжали, они вот так вот говорили, мы вас умоляем, не потеряйте это. Не потеряйте жажду по Богу. Не потеряйте этого фокуса. Не потеряйте эту веру. Знаете, это было другое время. Все люди в церкви, они уважали служителей. Все. Если был человек лидер домашней группы, на него смотрели как на православного святого. Атмосфера обетованной земли, она что-то производит в жизнях людей. Мы не жили хорошо, но мы были счастливы. Ты не можешь быть счастливым, если ты не в воле Божьей. Аминь. Все сестры мечтали о том, чтобы выйти замуж и чтобы их муж служил Богу. С
Сегодня все мечтают выйти замуж за богатого человека. Все братья мечтали, чтобы у них жена была, ну, не 90, 60, 90, а пусть она будет хоть 90, 90, 90, но чтобы была верующая. И вы знаете, что очень многие люди, они вот стояли, они смотрели на эту обетованную землю. И мы, может быть, не ценили, и люди нам говорили, не потеряйте этого, пожалуйста, не потеряйте этого. Они говорят, мы много приобрели, но то, что мы потеряли, это есть у вас. Не потеряйте это, не потеряйте этой ревности, не потеряйте вот этого безумного хождения с Богом. Не потеряйте. Есть люди, которые потеряли эту землю. Для них земля стала потеряна. Она потеряна в их мечтах. Она потеряна в их сердцах. Недавно мы разговаривали. Сегодня в церквях даже людей не заботят. Вообще никто не говорит о том, спасаются люди или нет. Все говорят о том, хватает ли у тебя бабок или нет. Все говорят, а что ты до сих пор не построился? Все говорят, а что ты 10 лет уже живешь в Днепре, у тебя нет квартир? Все говорят, успех. Вот этот человек успешен. Ну и что, что у него 20 человек в церкви? Но он крутой. Вот он успешен. Если бы в мое время так мерился бы успех, я бы никогда бы не стал служить Богу. И Бог закрыл просто эти двери. Знаете, мы должны бояться одной вещи. Иисус сказал, что одни люди пришли, и они были готовы, и они вместе с Иисусом вошли, но двери закрылись. И тут пришли другие, и они начали стучать. И знаете, что они услышали? Они сказали, все, это уже прозвучало. Это уже прозвучало. Бог сказал, все, вы не войдете в это. Не, мы будем делать, Господь, что ты сказал. Он говорит, вы уже можете не делать. Нет, мы все равно пойдем. Он говорит, можете не идти. У вас все равно ничего не получится. Это не от тебя зависит. Есть окно возможностей. Есть время, когда Бог открыл дверь. И тебе надо туда войти. Аминь. И он не будет ждать всю жизнь. В Библии написано, смотри, чтобы никто не восхитил венца твоего. Знаете, о чем это говорит? О том, что человек может потерять то, над чем он трудился. Если ты будешь читать о Ное и о ковчеге, то ты прочитаешь одни интересные такие слова, что после того, как Ной вошел в ковчег, вместе со всей своей семьей. Ковчег еще неделю стоял на земле. Но уже никто не мог туда войти, потому что Бог закрыл дверь уже. Аминь. Мне страшно иногда думать об этом. И может быть, это даже... Сегодня я просто так думаю. Но глядя на некоторых людей, мне кажется, что Бог закрыл для них дверь. Закрыл для них двери служения. Закрыл для них двери в обетование. Потому что он сказал, что он не только тот, кто открывает, но и тот, кто закрывает.
Люди теряют Божий страх, и они думают, что они смогут прийти тогда, когда им захочется. Им кажется, что они могут прийти и начать служить тогда, когда они решат. Осторожно! Двери закрываются. Если Бог закроет, то никто не откроет. Аминь. Однажды в Библии есть стихи, которые меня пугали. Один из них, Римлянам 11:25. Когда я был младенцем, и я читал, и там написано, что не хочу оставить вас, братья, в неведении. А тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Слово Божие говорит, что когда войдет полнота язычников, они уже не смогут спасаться. Просто не смогут спасаться. И мне было страшно, и с одной стороны, я думаю, представь, а вдруг сегодня эти двери закроют? Мы же не знаем, сколько там на счетчике. Знаете, есть люди там, стюардесса, когда заходит, у ней такая как ручка, и она смотрит людей, когда считает, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нажимают, нажимают, нажимают. Или на стадионах считают у них специальные такие. И потом смотрят. Ага, столько человек. Я представил такую картину. Знаете, сначала пришел дьявол. Я думаю, а я вообще попал в это число? Или просто я себе как бы навернул? Я помню, мы сидели с братьями, разговаривали, общались. И один говорит, ты что? Говорит, я так рад, что мы успели спастись. Мы просто вспомнили место, когда ковчег стоял. И на этом ковчеге реально можно было спастись. Но пришло время, когда двери закрылись, и все. Давайте мы не будем играть со спасением. Давайте мы не будем играть в церковь. Давайте мы не будем играть с Богом. Аминь. Давайте мы будем все Слово Божие воспринимать, а не только то, что нам нравится. А, я прихожу, и Бог меня принимает. А, я прихожу, и Бог меня простит. А, я прихожу. Кто тебе это сказал? Он Бог. Ты хочешь сказать, что ты его просчитал? И когда мы о таких вещах думаем, то в нашу жизнь приходит Божий страх. И мы говорим, Бог, все что угодно, но, пожалуйста, двери для меня не закрывай. Аминь. Матфея 25:10 написано, готовые они вошли вместе с женихом. Знаете, мы думаем, да наши родные спасутся, куда они денутся? Куда они денутся? Они могут пойти в ад. У меня было несколько друзей, я думал, куда они денутся? Я за них молюсь. Они умерли, они не приняли Христа. И для них эта дверь уже закрыта навсегда.
Если ты просто возьмешь, наберешь в поиске дверь, ты увидишь, как очень много вещей, которые Бог, Он открывает. Для того, чтобы куда-то войти, нужно, чтобы Бог это открыл. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 16:9, он говорит, для меня открыта широкая дверь. И противников много. Но он говорит, я знаю, что если Бог открыл для меня дверь, то ее никто не закроет. Аминь. Иисус называет себя имеющий ключ Давид. У Давида был ключ. И ключ Давида он передавался. Это был ключ от храма. И без этого человека никто не мог войти в храм. Он открывал храм. Без Иисуса никто не может спастись. Без Иисуса никто не может войти в Божье обетование. Без Иисуса никто не может иметь откровение. В книге Откровения 4:1 там он говорит, после сего взглянул я, и вот дверь открыта на небе. И прежде голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. Знаете, когда Бог открывает что-то хочет тебе, Он открывает дверь. И эта дверь, она открыта только для тебя. И она не будет открыта всю жизнь. Он говорит, давай, сейчас зайди. И я тебе покажу. Я тебе покажу то, что ты никогда не увидишь. Я тебе покажу то, что ты в мире в этом не найдешь. Я тебе покажу то, что тебе никакой опыт это не даст. Я тебе дам откровение. Вот что такое откровение. Но Бог говорит, войди в эти двери. Бог может стучать и говорить, я открыл для тебя дверь, войди в эти двери. Знаете, сколько мы не вошли в эти двери, потому что мы просто могли неделями и месяцами не молиться. Мы могли просто не посещать собрания, мы могли просто пропустить время, когда Бог говорит, а сейчас я открываю для тебя двери. И то, что ты получишь, это изменит всю твою жизнь. Аминь. Если бы ты знал просто наперед то, чего никто не знает, кроме Бога. Знаете, как однажды фильм был, еще там в 80-х, по-моему, годах, или в начале, «Назад в будущее» называл, такой фантастик. И он как бы на машине времени попал в прошлое и нашел сам себя. И дал справочник. Говорит, на. И там были результаты всех игр там, за 20 век. Там, ну, например, за 20. И он как бы сам себе дал. И тот благодаря этому справочнику стал миллионером. Он там стал ставить там, на тотализаторе. То. То есть он знал вообще, он знал будущее. Но когда он вернулся назад, он вернулся вообще не в тот мир, где он был. Потому что все изменилось. Бог со своей стороны, он не хочет просто тебе открыть, кто чемпионом станет в следующем году. Бог, он даст тебе такое откровение, которое просто, я не знаю, Бог дал откровение. Вот представьте, Иосиф, что за сон? 7 коров вышло из реки, тучные. Вышло 7 тощих и сожрали этих тощих. 7 колосьев. И так вот такие сны от Бога. Что это Бог? Иосиф говорит, будет 7 лет такого изобилия, которого не было еще.
а потом будет 7 лет голода. И что мы с этим сделаем? Он говорит, когда будет изобилие, нам надо собрать, насколько можно хлеб. И тогда, когда придет голод, мы спасем весь мир, и мы станем самыми богатыми, и мы все земли скупим, мы весь скот скупим, и все люди рабами будут. Это просто, он просто вошел в дверь, и Бог показал ему, что будет в будущем. Аминь. Я хочу, чтобы мы, когда мы сегодня молились, молись и скажи: Бог, открой для меня дверь. Открой для меня двери. Понимаете, любой другой уровень, чтобы в него войти, это нужно войти в открытую дверь. Аминь. Мы здесь сидим, и мы можем думать, что весь мир вот такой. Но если ты выйдешь в двери, ты увидишь солнце, которого здесь нет. Ты увидишь, как много есть людей, как много есть милиционеров. Ты увидишь, что мир совсем другой. Бог хочет, чтобы мы вошли в Его двери, когда Он открывает. Он им сказал: давайте, идите, обетованная земля. Мы боимся. Он говорит: не бойся, я буду с тобой. Мы должны быть уверены в Боге. И говорить: я к этому не готов. Я это не смогу сделать сам. Но если это Бог меня ведет, то пусть Бог мне и поможет. Аминь. Иоанна 10:9. Иисус говорит: я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Аминь. У Иисуса есть все-все-все ключи. У Него даже есть ключи от ада и смерти. Аминь. В книге Откровения в 1 главе Он говорит: я был мертвый, но я живой и имею ключи ада и смерти. У Иисуса есть все ключи. У Него есть ключ, Он может открыть для тебя дверь, и ты получишь откровение. Он может открыть для тебя дверь, и ты получишь чудо. Он может открыть для тебя дверь, и ты войдешь в процветание. Он может открыть для тебя дверь, и ты будешь иметь плод в своем служении. Аминь. Только от одного у Иисуса нет ключей. От твоего сердца. Поэтому Он говорит: я стою и стучу. Иисус, Он не вламывает дверь в твой мир, но Он стучит к тебе. И Он говорит: пусти меня, прими меня, я хочу с тобой быть, я хочу с тобой. Говорит: кто откроет дверь, я войду, я буду вечерять вместе с ним. Аминь. Ты откроешь для Него свою дверь, Он для тебя откроет очень много дверей. Аминь. 20 лет я с Богом, и Он по-прежнему продолжает открывать для меня двери. Аминь. Потому что каждое новое откровение – это открытая дверь. Каждое чудо – это открытая дверь. Каждый ответ на молитву – это открытая дверь. И поэтому я не жалею, что однажды я открыл свою жизнь для Иисуса. Аминь. Братья и сестры, я хочу вам сказать, что время коротко.
На самом деле намного короче. Многие люди, которые соглашались и говорили, да, да, я верю, я верю, я верю. Мне надо то, мне надо то, мне надо то. К сожалению, в их жизни так и не осталось времени для того, чтобы открыть дверь для Иисуса. И они не вошли в этот ковчег. Они думали, что им еще долго придется жить. Но кто-то из них умер в тюрьме. Кто-то умер от болезни, кто-то умер от передозировки. У кого-то просто один человек, он всю жизнь занимался спортом. Он был военный. У него была семья. Он никогда не пил, не курил. Он просто сидел дома, просто ел банан. Жена отвернулась, повернулась, и он умер. Просто вот так, в одно мгновение. Просто остановилось сердце. Знаете, Библия говорит, что не в нашей силе наш дух. Поэтому однажды мы сидели с братьями и говорили, слава Богу за то, что мы успели в этот ковчег войти. Потому что придет время, когда Бог заберет этот ковчег. И тогда людей будут убивать, будут мучить, будут заставлять поклоняться зверю. Но мы верим, что Бог заберет свою невесту. Аминь. И Он знает, как сохранить тех, кто уповает на Него. Как мы сегодня пели, «Ты мой якорь, я за тебя держусь». Аминь. Я для тебя открываю двери. Знаете, очень важно. Это самое важное. Это то, куда Иисус не выбивает дверь. Это то, где Он стоит и стучит. Кому-то Он уже годы стучит. А кто-то, может быть, первый раз услышал Его стук. Скажешь, как Он стучит? Вот так вот и стучит. Он говорит, придите ко Мне. Все труждающийся, обремененный, и я успокою его. Как он стучится? Он говорит, я дверь, и всякий, кто войдет мною, тот спасется. Аминь. Давайте мы поднимемся.